Дед Мороз со Снегурочкой сегодня вышли в совместный рейд с ГИБДД. Инспекторы ловили нетрезвых рулевых, а волшебники видели свои миссии поздравить северян и напомнить, высокий градус не делает праздник безопасным. Кадры стартовавшей акции прямо по курсу. Северный округ Архангельска. Авто одно за другим проверяют. К счастью, статистику алководителей никто не пополнил. Но, увы, повод для акции ГИБДД есть. В этом году сотрудники полиции задержали более 4500 северян, управлявших машиной в состоянии опьянения. Все пьяные водители, они очень опасны в плане того, что и для пешеходов, и для других водителей, для адекватных. Поэтому я считаю, что алкоголь за рулем вообще просто категорически. Я бы вообще навсегда права забирала у таких людей. Водители к проверке относятся с пониманием. Плюс ко всему бонус в виде встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. От волшебников пожелания без аварийных дорог и памятки, которые, возможно, в какой-то момент уберегут от беды. Граждан, которые видят, что водитель все-таки какой-то сел в нетрезвом состоянии и начал движение, прошу обратиться на телефон 112, позвонить, сообщить автомобиль, номер, цвет, направление движения, и сотрудники полиции обязательно отреагируют. Профилактические мероприятия и акции «Трезвый водитель» проходят во всех муниципалитетах. Все в тесном взаимодействии с региональным министерством транспорта. И профилактика, говорят в ведомстве, дает свои плоды. Мы видим из года в год снижение количества дорожно-транспортных происшествий там, где виновниками являются нетрезвые водители. К примеру, в этом году у нас по сравнению с прошлым годом снижение на 44%. Тремя днями профилактика не ограничивается. В новогодние праздники сотрудники ГИБДД продолжат нести службу в особом режиме, чтобы чей-то высокий градус не стал причиной трагедии. Артемий Заварзин, Регион 29.